Два дня над Приильменем громко звучала живая музыка известных российских рок-групп. Праздником свободы, самовыражения и творчества стал второй ежегодный рок-фестиваль «Рокот над Ильменем», который прошел в рамках проекта «Губернаторское лето». Репортаж Аэлиты Тошкиной. Два дня на живописном берегу Ильменя в деревне Старая Ракома гостил музыкальный праздник российского масштаба. Как и в прошлом году, новгородская погода встретила музыкантов и их поклонников ветром и дождем. Но в буквальном смысле слова московская рок-н-ролльная группа «Радио Няня» тучи развела руками, а зрители на танцполе под открытым небом лужи высушили ногами. «Няня» на столичных тусовках на расхват. Профессионалы знают толк в хорошем рок-н-ролле. Слушать их одно удовольствие, ноги так и идут в пляс. На новгородский фестиваль москвичи приехали впервые. Но прием организаторов и поклонников творчества их приятно удивил. Так что этот рокот над Ильменем в их гастрольном туре не последний. Позитивная музыка главное. В наше непростое время, где только всякой фигни происходит. Рок-н-ролл – это позитивная музыка, которая настраивает только на радость добро. и добро именно. Организаторы музыкального фестиваля постарались создать для всех легкую атмосферу лета, где можно было отдохнуть на природе от забот, потанцевать, поговорить, познакомиться, взять автограф у любимых музыкантов. Важно, чтобы люди приезжали, общались, делились позитивными эмоциями, приезжали с разных городов. У нас география огромная, приехавших участников на мотоциклах, на машинах, с семьями. Мы позиционируемся как семейный праздник. У нас и детская зона, и для взрослых тут все обустроено. Просто отличный праздник, отличный фестиваль. Создают настроение, организация супер. Музыка дает нам энергию, дает нам позитив, дает нам... Ну, каждому она дает что-то свое. Каждый получает то, что хочет получить. Дают желание жить. Чуть позже. Весело. Нету детей, бабушек своих приводить. И самое главное... Веселы, надо говорить, веселее. Бодрее. Совершенно верно. Эмоциональный накал музыкального фестиваля на несколько градусов выше поднял бессменный лидер группы «Монгол Шуудан» Валерий Скородед. Как только критики не называли творчество продукта российской рок-лаборатории конца 80-х анархистами, хулиганами, беспредельщиками, а ведь свои мощные тексты и музыку музыканты создавали вдохновленные текстами Пушкина и Есенина. Где наша не пропадала, поют российские рок-музыканты. И слушать эти живые ритмы, сидя невозможно, только здесь, стоя, в фан-зоне. Из Новгородского района Элита Тошкина, Алексей Федоров, Вести, Великий Новгород.